Виталий Попков, Николай Скоморохов, Василий Решетников, Тимофей Хрюкин и Степан Красовский – герои советской авиации, которые в военные годы помогали защищать родину от врагов. Память летчиков времен Великой Отечественной почтили в Монино в Музее военно-воздушных сил. Именно там была создана Аллея Славы, где символично высадили 45 именных кедров. Каждое дерево назвали в честь известного русского авиатора. Когда эти кедры будут расти, здесь можно проводить мероприятия, здесь можно рассказывать о каждом дереве и рассказывать о человеке, в честь которого этот кедр посажен. Я надеюсь, что это мероприятие усилит и авторитет нашего филиала Центрального музея военно-воздушных сил и послужит очень таким мощным патриотическим фактором. Высаживать деревья помогали ветераны, родственники знаменитых летчиков, общественные деятели, члены Центрального совета ветеранов космодрома Байконур, представители Русской православной церкви и жители Монина. Я с удовольствием приехала, попросила, чтобы выбрали кедр. Вот, под хорошим номером 33 мы посадили. Вот, дважды Отец, Сын и Святый Дух. Вот, мы посадили прекрасный кедр, трехглавый, кстати. Пойдет в три ствола этот кедр. Ну и я очень счастлив. Это часть военной славы. Отдание, признание военным, кто защищал родину. Увековечить имена героев решили для того, чтобы оставить светлые воспоминания потомкам. В числе тех, кто высаживал кедры, можно было увидеть совсем юных жителей Монина. Мария Буржинская, Сергей Василевский, Щелковское телевидение.